Теперь за ДТП можно будет наблюдать в онлайн-режиме. В Караганде создана карта аварийности. Вслед за презентованной в октябре прошлого года картой преступности, теперь любой желающий может отслеживать уровень аварийности на любом участке дороги страны. Сегодня в Управлении комитета по правовой статистике презентовали новый интерактивный проект. Карту аварийности можно найти на сайте Управления по правовой статистике правстат.кз в разделе ДТП. Электронная карта очагов аварийности обновляется ежедневно. К слову, за прошедший год в области произошло 876 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1003 человека, погибли 303. Есть факты и укрытия сведений о ДТП. Об этом рассказал начальник отдела управления правовой статистики Султан Бакиров. Нами принимаются все меры по обеспечению достоверного и объективного показателя фактов дорожно-транспортных происшествий. Однако, к сожалению, вот мы провели проверки в органах дорожной полиции и установили там факты, когда имело место укрытие происшествий дорожно-транспортных, где люди пострадали и погибли. Всего нами было установлено такие 142 факта, которые не были отражены в государственной статистической отчетности. По данному факту уже наказаны 8 должностных лиц. А еще по информации ведомства, в 2012-м произошел рост преступлений почти на 26%. В области за истекший год произошло более 25 тысяч правонарушений. Самыми криминальными по-прежнему остаются Караганда, Темиртау и Жезказган. Однако в прокуратуре заверили, что криминогенная ситуация нисколько не усложнилась. Сегодня просто мы выявили преступления, небольшой сельтяж, которые раньше были в тени. Роста тяжких, особо тяжких преступлений не наблюдается. Наоборот, у нас наблюдается их снижение.